добрый вечер. А что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести. Подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили. И уже зажигает. Кому рыбки? Рыбки кому? А я бы вот это. Передайте мне, пожалуйста, вот это. Всех на лето? Пожалуйста. Может быть. Подожди, потом. А мне вот это вы передайте, пожалуйста. Может быть. Где хозяйка? Лариса, спой! Лариса! Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, а все или туманно, не ждет ли нас нечаянно беда? Тебя, как извержение вулкана, я предсказать не в силах никогда.
что кроме легко уладить с помощью зонта.
тюльпанов у твоих дверей. Я оставлю завтра в память о любви своей. Пять тюльпанов в день рождения я дарю любя. Пять тюльпанов в день рождения для тебя. Почему в моей судьбе наступила осень? Под окошком постою, грусть храня. Будет полон дом гостей, и никто не спросит, отчего с тобой сейчас нет меня. Я оставлю завтра в память о любви своей. Пять тюльпанов в день рождения я дарю любя. Пять тюльпанов в день рождения для тебя. Твоих дверей я оставлю завтра в память о любви своей. Пять тюльпанов в день рождения я дарю любя. Пять тюльпанов в день рождения для тебя лишь.